Я уже хотел уходить. Здесь вы находитесь в малом зале, на первом этаже. Здесь моя персональная выставка. Я художник Сергей Артемьев, член Союза художников. Это моя выставка формально юбилейная, но в этом году мне исполнилось 61 год. Это перенесенная выставка с прошлого года. Здесь 43 работы, в основном портреты, потому что я формально позиционируюсь как художник-портретист. То, что по стеклу, это пастели, посмотреть, ну, остальное пол с маслом. Это после поездки в Италию, да? Римская выставка. А вы с натуры или по... По-разному. По-разному, это да? Пастель. А, пастель, да? Да. Ого, надо же. И не подумаешь, если бы вы не сказали, я бы и не догадалась. Давай, угу. То есть вы в основном портретом занимаетесь, да? Чаще, да. Вот. Что больше нравится тебе, тем нравится. Да? На самом деле, ну, есть. Постель такой техники. Никто у нас в Питере не делает. Это тоже постель. А почему именно пастелью и вот, ну, вот... Ваш, ну, мне кажется, просто сложная техника, даже маслом проще. А вот, а вот почему вы так решили? Я себя преодолеваю. То есть здесь я делал эту пастель год, мне больше не получается. Да? То есть просто... Это пастель... Сухая. Сухая. Это вот как карандаши, да? То есть, ну, это вот такие сейчас делают. Ага. Ну, это вот с фото, да, скорее всего? То есть это же не... Костюм с фото, потому что аренда одного дня 9 тысяч рублей. А это заказной портрет, да? Нет. Нет, да? Это я ищу модель. У вас такой называется фотореализм, да? Да не совсем, фотореализм немножко, то есть в основном берется печатная фотография, потом больше всегда, то есть как бы, на фотографии используем, но не такого термина не подается. А где вы учились рисовать? Да, нигде. Нигде, да? То есть вы самородок-самоучка, так скажем, да? Вот, а ну как? Я закончил Клянкинский институт. То есть, кстати, до сих пор работаю бухгалтером. А, слушайте, это интересно. То есть вы... А сколько вы рисуете? Ну, 50. Ну, то есть всю жизнь, можно сказать, такой, да, осознанно. А почему не пошли учиться тогда? А потому что очень нестабильное финансовое положение. Пусть это меня не устраивает по жизни. То есть это у вас всегда было как хобби? Ну, сейчас это основной заработок. У меня сейчас бухгалтерия это хобби. Ну, если вы учились... Где вы сказали учились? Инженерно-экономическое. Ну, то есть техническое образование, это что? Экономическое. Его мне считать чужие деньги. Ну, и свои, наверное. Были бы деньги, сосчитать нужно. Это первое решение, то я бы делал портрет, чтобы на политику он расписался. Понятно. А это автограф Пьера Картена. Вы ему вы тоже его портрет делали, да? Да, 90-летие. Вы ему просто послали или как состоялось? Я лично обучал, я отправился в Лилисту. То есть вы поехали во Францию, да, или он здесь? Нет, во Франции. Это вот тоже постель. Здесь я даже подбирал, оказалось, что рама соответствовала пулешке. Вот оно как. Это тоже постоянно. Вообще пастелистов действительно очень-очень мало. Потому что все-таки, ну кто-то как иногда, как эскизы. И ребенок рисует маму, да? Почему-то он рисовал сам под моим руководством, но сам рисовал. Мама же красивая получилась, правильно? Ну, кстати, мама очень удачно. Я имею в виду, вот как мальчик нарисовал его. Очень, очень узнаваемо, да. Дети схватывают часто. Ага. Ой, кажется, я даже знаю этого. Театр Бережных.
Да. Мастерская была на Псковской, 8. Художник он, да? Ну, художник, да. Он все время, он когда приехал в Питер, он все время выбирал, вернее, выбирал, куда поступать, ему в консерваторию как певец или, значит, в академию. Он закончил академию. Вот это я за 2 года до смерти, он получил первую премию на международном конкурсе в Хельсинки как непрофессиональный певец. Правда, да? Надо же. Это вот на столице революции делал. Часики исторической конструкции. Это вот заторный этюд, это 4 дня на том же месте, примерно 24 часа работы. У меня в Инстаграме есть там и таймлапс, как я это делал, все это самое. И... Но это не натурное, да? Это или... натурное, а, именно натурное, да? Вот такой очень свежий получился работа, вот как-то на... с натуры. Это вот на Пушку 20, это 200 портретов Невского. Да, там, да. Там на месте я все 3 часа поработал, я только свое соотношение поймал, потом даже на четверку это делал, то есть эти параллели. Кстати, интересная акция была, да? Такая, ну, правда, меня смутило, что она зимой была, жалко морозить художников. Не поет зимой вообще, это самое. Конечно. Температура еще при искусственном освещении. Да. Работает. Очень интересно, на самом деле. Да. Это деревушка Поликон, мы тут жили, у нас была вот такая вниз, значит, вот, мы тут в деревне жили, мы сюда просто бегали, тут пицца была вот, хорошая. Как вот. Называется деревня? Поликон, Соколовка по-нашему. Она была, когда была итальянская, называлась Поликоне, вот, по-французски. Этюдик был сначала такой, потом я сделал чуть больше этюдик, потом начал такую подробную картину, 55 на 75, примерно четверть этой работы, потом уже на основе этой картины уже делал уже большую. Старый Олег Палакс. Да, Франция, конечно. Мекка художников. Мекка художников. Это 2 автопортрета. На свет недавности 10 лет. Это было время, когда я был молод и чертовски хорошо. Это Норвегия, это мы были у нас вынуждены ездить туда. Туристы там жили в палатках. Знаменитый скала под Паркистулем. До воды лететь 604 метра. Как фьорды, да, называется? Да. Очень красиво. Ладно, спасибо большое, спасибо. И сколько выставка еще будет продолжаться? А, 4 апреля. Ага. Вот, в Союзе художников. Такая выставка. Ладно, спасибо, спасибо. А, Сергей Артемьев. Ага, ну если он... А, Артемьев, а. Хорошо. Ладно, спасибо автору. Пожелаем успехов.